Новости культуры. Областной телеканал «Кызылорда» запустил масштабный проект. В рамках 30-летия независимости страны впервые проводится телеконкурс среди традиционных исполнителей «Асылмура». Отборочные туры прошли в каждом районе области и в городе. В общей сложности было прослушано свыше 100 исполнителей от 14 до 21 года в номинациях «Жар тюрьме кюй». В следующий тур путевку получили 22 конкурсанта. Я приняла участие в конкурсе в номинации «Жар». Исполнила «Дастан Короглу». Это известный тюркоязычным странам Дастан. Прошла во второй тур. Каждый выход на сцену для нас – это оттачивание мастерства. У нас появилась возможность проехать по всем районам и найти молодых людей, которые далее бережно понесут наше традиционное искусство. Нас порадовало их большое стремление продолжить эстафету, которая от поколения в поколение передает искусство наших предков.